Так, друзья, за моей спиной находятся заготовки для пневмоподушек. Здесь вот резина. Сейчас мы посмотрим, сколько слоев. Здесь вот получается 3 слоя. То есть вот это заготовки. То есть производство довольно-таки очень серьезное. Вот видите, вдалеке тоже все это дело производства. То есть нету никакого ни обмана, ни подтасовки фактов, ничего. То есть все работаем по-честному. Предоставляем полную информацию о самом товаре. Проводим полные инспекции до заказа, то есть заключения контракта. После того, как произведется продукция, мы тоже проводим инспекцию. Для чего? Чтобы, первое, ваши деньги пришли туда, куда нужно, раз, и вы получили тот товар, который вы заказали. По качеству, по количеству, там, с вашими лейблами, без ваших лейблов и так далее. Вот. Ну а сейчас давайте просто пробежимся на скоряк, я вам все делать покажу.